Капитан, получен сигнал. Наверное, это наши сумерианцы. Следите за защитными башнями. Я проведу вас ниже зоны рад. У нас все чисто, капитан. Держитесь подальше и не лезьте на рожон, пока я не отрублю зенитки. Я свое дело знаю. Встретимся в лагере, как только вырубите башню. Отбой.
Капитан, наблюдаю отключение зениток. Захожу на Соларианскую базу. Конец связи. Готова выдвигаться по вашему сигналу, Шепард. Нормандия приземлилась на базе. Но, похоже, мы тут застряли. Капитан Соларианец все объяснит, когда прибудете.
шансов. Что нам делать теперь? Подождите, пока мы не разработаем план. Вы здесь главный? Какова ситуация? Я капитан Кирахи, третий секретный отряд ГОР. Вы высадились посреди зоны боевых действий. На вас были нацелены все до единого зенитные орудия. Великолепно. И что теперь? Мы ждем, пока совет пришлет по нашему запросу подкрепление. Мы и есть подкрепление. Что? Вы все, кого они прислали? Я говорил совету, чтобы направили сюда флот. Мы не поняли ваше сообщение. Меня прислали разобраться. Нас сюда направили за тем же. Пока мы разбирались, я потерял половину своих людей. И что вам удалось найти? Оперативную базу Сарена. Здесь у него исследовательский центр. Но он кишит гетами и хорошо укреплен. Он здесь? Вы его видели? Нет, но здесь повсюду геты. И мы перехватили переговоры, где шла речь о Сарене. Он там обосновался. Сомнений нет. Какие исследования проводит Сарен? Он пытается вырастить армию Крога. Как так может быть? Очевидно, Сарен нашел лекарство от генофага. Почему он так заинтересован в том, чтобы вылечить генофаг? Так был решен вопрос с Кроганами. После восстаний мы внедрили в популяцию Кроганов генофаг, чтобы снизить их численность. Иначе Кроганы быстро заполонили бы всю галактику. А эти Кроганы — слуги Сарена. Мало нам гетов. Армия Кроганов. Его невозможно будет остановить. Именно так я и думаю. Мы должны уничтожить этот комплекс и все его секреты. Уничтожить? Я так не думаю. Наш народ умирает. Это лекарство может его спасти. Если лекарство покинет планету, Кроганы станут непобедимы. Мы не можем повторить свою ошибку. Мы не ошибка. Ожидаются проблемы. Злых Кроганов нам и так уже достаточно. Все будет хорошо. Я с ним поговорю. Было бы неплохо, капитан. Моим людям нужно проработать план атаки. Вы можете дать нам время? Давайте, капитан. Я скоро вернусь. Это не займет много времени, капитан. Кстати, если вам что-нибудь нужно, обратитесь к капитану Ринтоле. Он в одной из этих палаток. Похоже, тут все довольно сложно. Да, я бы так не волновалась, если бы не Рекс. У него такой вид, будто он сейчас взорвется. Думаете, мне надо с ним поговорить? Это не повредит. То есть, он может вам повредить, конечно. Будьте осторожны. Я буду осторожна. Но вы будьте наготове, если что. Я всегда наготове. Мне не нравится, как ведет себя Рекс. Он может сорваться. Соларианцы с виду крепкие. Надеюсь только, что они не сломаются под давлением. Будет нелегким, но мы готовы выступить по приказу. Мы близко к цели, капитан. Сарен не может прятаться вечно. Мне не нравится, как Рекс на вас поглядывает. Будьте осторожны. Надеюсь, соларианцы умеют драться. Будьте осторожны с Рексом. Он не в себе. Если нужна будет помощь с Рексом, только скажите. Бой будет... Мне не нравится, как ведет себя Рекс. Меня беспокоит Рекс. Ему по-прежнему можно верить? Столько защиты. Сарен, похоже, прячет что-то большое. Последнее, что нам нужно, злобный Кроган в команде. Мы застрянем тут на время. Меня беспокоит Рекс. Ему по-прежнему можно верить? Я надеюсь, совет обратит внимание на то, что здесь творится. Капитан нас никогда не подводил и не подведет. Я надеюсь, совет обратит внимание на то, что здесь творится. Если вернусь, мои дети меня даже не узнают. Капитан знает, что мы пойдем за ним.
До самого конца. Я слишком долго уже на этом задании. Если вернусь, мы... Капитан, когда поговорите с Кроганом, зайдите ко мне. Предстоящая битва пугает меня, но я знаю, что Сарана нужно остановить. Кроган выглядит недовольным. Эти соларианцы готовы умереть, лишь бы остановить Сарана. Я тоже. Боюсь, Рекс больше не доверяет нам. Предстоящая битва пугает меня, но я знаю, что Сарана нужно остановить. Кроган выглядит... Здравствуйте, человек. Я капитан Рентола. Могу вас снабдить всем необходимым для связи. Остальные вопросы вы можете обсудить с капитаном Керахи. Покажите, что у вас есть в наличии. Запасы у нас ограничены. Мы запросили поддержку флотом. Вместо этого прислали вас. Ваш запрос не прошел. Нам самим придется разбираться. Это-то ясно. Покажите мне, что у вас есть. Не так много. Было иначе. Нам доводилось бывать в нелегких ситуациях. Если мы погибнем, никто об этом не узнает. Если победим, то же самое. Задача будет... Мы доверяем капитану. Он сделает все правильно. Если мы погибнем, никто об этом не узнает. Если победим, то же самое. Мне нужно еще несколько минут. Мне нужно еще несколько минут. Меня волнует то, что преданность Рекса может поколебаться. Комплекс хорошо защищен. Должно быть, это важная база Сарана. Поведение Рекса меня тревожит. Нам нужна победа, человек. Мы еще не скоро забудем восстание Кроганов.
Эти соларианцы лучшие из лучших. Их помощь нам очень пригодится. Капитан нас никогда не подводил. Меня волнует. Нам нужна победа, человек. Мы еще не скоро забудем восстание кроганов. Правильно, Шепард. Если от генофага есть лекарство, его нельзя уничтожать. Я понимаю, вы расстроены. Но мы оба знаем, что враг — это Сарен. Злиться нужно на него. Правда. Сарен создал лекарство для моего народа. Вы хотите его уничтожить. Вот и объясните, Шепард. Сейчас для меня граница между другом и врагом как-то расплылась. Это не лекарство, а оружие. И если позволить Сарену использовать его, вас не ждет ничего хорошего. И никого из нас. Мы должны быть готовы рискнуть. Речь идет о судьбе всего моего народа. До сих пор я был вам верен. Черт, вы сделали для меня больше, чем мои родные. Но я должен знать, что мы сражаемся не за бессмысленную хрень, чтобы идти за вами и дальше. Рекс, эти кроганы не ваш народ. Они рабы Сарена, инструменты. Вы этого для них хотите? Нет. Мы уже были марионетками Совета. Они отблагодарили нас за уничтожение Рахни и сделали бесплодными. Вряд ли Сарен так расщедрится. Хорошо, Шепард. Вы меня убедили. Мне это не нравится. Но я верю вам и пойду за вами. Только одно. Когда мы найдем Сарена, я хочу его голову. Если мы должны это сделать, то вперед! Я все там разнесу в клочья. От базы Сарена останутся одни обломки. Я готов, Шепард. Только дайте команду. Если мы должны это сделать, то вперед. Комплекс хорошо защищен. Вы умеете убеждать, раз смогли вразумить Крогана. Взять этот комплекс... На кону стоит куда больше, чем жизнь одного бойца. Эти соларианцы лут... Кроганы известны своим упрямством. Я почти что уважаю их за него. Я поражена, что вам удалось успокоить Крогана. Удивляюсь, как вам удалось переспорить Крогана. Комплекс хра... Вы умеете убеждать, раз смогли вразумить Крогана. Поосторожней с Кроганом. Кто знает, что он выкинет, когда увидит свое потомство. Эта миссия слишком важна, чтобы из одного Крогана все испортить. Я думал, с Кроганами покончено. Что же нужно сделать, чтобы избавиться от них навсегда? Удивительно, что Кроган прислушался к доводам рассудка. Поосторожней с Кроганом. Кто знает, что он выкинет, когда увидит свое потомство. Ваш Кроган может передумать, когда осознает размах всего этого предприятия. Ради успеха миссии каждым из нас можно пожертвовать. Кроганы — очень упрямые существа. Редко встретишь Крогана, который внемлет доводом разума. Вы отличный командир. Ваш Кроган может передумать... Только дураки верят Кроганам на слово. Наша задача настолько важна, что мы не можем размениваться по мелочам. Кроган внял доводом рассудка? Удивительно.
Только дураки верят Кроганам на слово. Спасибо, что поговорили с Кроганом. Нам и без того придется трудно, когда мы атакуем базу Сарана. Я полагаю, это значит, что вы составили план. В своем роде. Мы можем превратить двигатель своего корабля в 12-килотонный заряд. Грубо, но эффективно. Мило! Сбросите эту штуку с орбиты, и Саран распрощается со своей турианской задницей. К сожалению, для этого комплекс слишком хорошо защищен. Взрывное устройство нужно заложить в конкретном месте. Куда его нужно заложить? И как нам туда попасть? Бомбу нужно перенести на дальнюю сторону комплекса. Ваш корабль сможет ее сбросить. Но сначала нужно проникнуть в комплекс, отключить зенитную артиллерию и подавить наземные силы. Мы пойдем без огневой поддержки? У нас слишком мало людей. Звучит довольно рискованно. Есть другой способ. Нет, но думаю, у нас все получится. Я собираюсь разделить своих людей на 3 отряда и ударить по фронту комплекса. Когда мы отвлечем внимание противника, вы со своим отрядом проскользнете сзади. Идея хорошая, но ваших людей ждет сущая бойня. Мы крепче, чем кажемся, капитан. Но вы правы. Вряд ли многие из нас выйдут отсюда живыми. И от этого ваша задача становится еще более сложной. Нужно, чтобы со мной пошел один из ваших людей. Он поможет координировать наши действия. Нужен кто-то, кто знает коммуникационные протоколы Альянса. Я вызываюсь добровольцем, капитан. Не так быстро, лейтенант. Вы будете нужны капитану, чтобы снарядить бомбу. К соларианцам пойду я. При всем моем уважении, сержант, это решать не вам. Почему, когда кто-то говорит «при всем моем уважении», он имеет в виду «пошел к черту»? Кто лучше подойдет для этого задания? Подойдет любой из этих двух, капитан. Как я вижу, оба готовы пожертвовать своей жизнью. Хотя, если повезет, это не понадобится. Уильямс, вы пойдете с соларианцами. И без подвигов, ясно? Слушаюсь, капитан. Я прикажу загрузить бомбу на борт Нормандии и дам вашей команде инструкции о том, как ее подорвать. У вас есть еще какие-то вопросы, капитан? Меня подберет Нормандия. А как ваши люди спасутся от взрыва? Мы будем связывать гетов боем, пока сможем. Как только вы заложите бомбу, мы отойдем назад, чтобы покинуть радиус поражения. Если будем двигаться быстро, сможем обойтись допустимыми потерями. Если нет, нас будут помнить как великих героев. Вы говорите так, словно эта миссия самоубийство. Не хочу вам лгать, капитан. Есть вероятность, что никто не выживет. И ваша команда тоже. Но мы сделаем все необходимое. Мне нужно больше знать о бомбе. Насколько она надежна? Надежность зависит от того, кто ее будет снаряжать. Но свое дело она сделает. Системы двигателя хорошо защищены от внешних повреждений. Как только бомба будет снаряжена, взрыв ничто не остановит. Главное – установить ее и снарядить так, чтобы геты нам не помешали. Пробегитесь еще раз по всему плану. Вы – отряд «Тень». Мы отвлекаем противника, вы проникаете на базу. Пробиваетесь в центр комплекса, туда, где разводят кроганов. Отключаете зенитные батареи, чтобы Нормандия могла сесть и выгрузить бомбу. Если мы дотянем, то постараемся помочь огнем, но не рассчитывайте на это. Как только бомба будет у вас, разместите ее около геотермальных источников и уходите, пока она не взорвалась. Тень, это понятно. Как будут называться другие отряды? Айгор, Маннавай и Джаэта. Так назывались первые поселения на 3 колонизированных нами планетах. Сегодня это сердце соларианской территории. Эти имена будут напоминать нам, за что мы сражаемся. Чтобы у нас был шанс победить, нужно вложить в это дело душу. Мне нужно еще несколько секунд на подготовку. Можете не спешить, но мы готовы. Ждем только вас. Соларианцы с виду крепкие. Только дайте команду, я готова. Мы близко к цели, капитан. Надеюсь, Все, что прикажешь. С Рексом у вас хорошо вышло. Он полностью переменил свое отношение. С Рексом здорово вышло.
Не думал, что его можно хоть как-то успокоить. Бой будет нелегкий. Соларианцы с виду крепкие. Надеюсь только, что они не сломают... Столько защиты. Сарен, похоже, прячет что-то большое. Как же это вам удалось успокоить Рекса? Мы застрянем тут на время. Я не слишком высоко ценю соларианцев в бою, но эти, похоже, хорошо подготовлены. Эти соларианцы готовы умереть, лишь бы остановить Сарена. Я тоже. После того, как вы поговорили с Рексом, его настрой изменился. Предстоящая битва пугает меня, но я знаю, что Сарена нужно остановить. Здравствуйте еще раз, человек. Если нужны припасы, советую поторопиться. Покажите мне, что у вас... Не так много. Я буду сражаться бок о бок с вами до конца. Эти соларианцы готовы умереть, лишь бы остановить Сарена. Столько защиты. Сарен, похоже, прячет что-то большое. Мне все равно, что с нами рядом Кроган. Главное, чтобы он не стоял у меня за спиной. Нельзя позволять кроганской чуме разгореться снова. Этот бардак не прекратится, пока мы его не прекратим. Договор с Кроганом? Не думал, что это возможно. Мне все равно, что с нами рядом Кроган. Главное, чтобы он не стоял у меня за спиной.